Знакомьтесь, это Лукерья Евгеньевна. Она сегодня пришла к нам в гости. Ее заветная мечта — попасть в эту комнату. Ну, давайте уже, давайте, давайте, давайте. Никак не дождется сопровождения. Всячески объясняет взрослым, что ей очень надо туда. Очень надо туда. О, Тоша пришел. Здравствуй, Тоша. О, Тоша ушел. О, Гек пришел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуй, Гек. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, Гек. О, Гек почуял неладное. Но Лукерье Евгеньевне очень туда надо. Ей очень туда надо. Когда же эти взрослые поймут, что Лукерье Евгеньевне очень туда надо? Как им еще объяснять? Возможно, в принципе, обруч подложить под ноги, чтобы повыше было, не помогает. Ну, тетеньки, дяденьки, давайте уже. Думает, что повыше. Поняли, поняли, зашевелилось, ура, пошли. Ой, Гектор спрятался, Тоша спрятался. Ну давай, пошли. Не, куда ты повисла-то? Мы как зайдем? Еще с прошлого раза Лукерия Евгеньевна запомнила, что все игрушки в этом доме хранятся где-то там, далеко под кроватью. Предчувствие ее не обмануло. Вот она какая хорошая, полезная вещь. Это вообще филина вещь. Даже Лукерье Евгеньевне не удалось отнять у Фили его вещь. Это Филина вещь. Вот. Ого. Доставай. Доставай. Там тетя Лена? Так.
Ну все, наигрались, утомились. Все утомились. И Гектор, и Тоша. И вообще все утомились. Даже Чип устал. Целая комната абсолютно обездвиженных собак. А дети уже упакованы, и пора домой. Но это еще не все. Вот оно, подрастающее поколение. То ли еще будет. Ой-ой-ой.